Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди, на аппарате Cage Face. Новый инди-хоррор от Алекса Алинкевица. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья. Давайте пройдем эту игру, она вроде как довольно-таки короткая, поэтому я думаю, мы пройдем ее залпом за одну серию. Итак, мы с вами находимся вот перед таким столом. Давайте его осмотрим, во-первых. Жуткий рисуночек. Клетка лиций. Примерно так переводится, кстати, название игры. Что у нас здесь за записка? Извини, некогда было ждать. Я положила несколько светящихся палочек. Найди меня. По скриптум записывай все. Что у нас здесь? Отчет об исследовании, о медицинском осмотре, в общем. Так, раса белый, пол мужской, возраст 19 лет, тип смерти насильственное. Тело было одето, глаза голубые, волосы коричневые. Множественные проколотые ранения в теле. Возможное оружие, использовавшееся для таких ран, это кирка. Так, причина смерти у нас разрыв легких, манера смерти убийство. Фотография, заляпанная кровью. Ух, так, чтение предстоит много, точнее даже не чтение, а перевода, потому что я думаю, именно здесь будет рассказываться сюжет игры, так что будем потихоньку читать. Итак, 26 мая 87 года. К большинству этих исторических мест следует относиться более уважительно, как говорит мой дядя. Тем не менее, этим вечером он решил, что это нормально устроить небольшую алкогольную вечеринку недалеко от этой старой шахты, недавно открытой. Весь день он помогал местным открывать этот вход, пробираясь через стену острых камней. Но еще осталось немало обломков. Очаровательно смотреть, как он таким образом расслабляется после тяжелого рабочего дня. Ладно, наверное, я должен помочь ему справиться с нуждой выпить еще бутылку. Я уверен, его работа еще далеко не закончена, и ему еще многое предстоит сделать завтра. Это был прохладный вечер, и люди уже возвращались домой. Я должен был вернуться, когда понял, что забыл его дневник. Хорошо, что Фил напомнил мне о нем, когда я привел его домой. Только посмотрите на все эти бутылки, которые они оставили. Напоминание себе. Спросите Джереми завтра, не входил ли кто-нибудь в шахту сегодня ранее. Только что заметил блуждающий огонек на расстоянии, когда пробирался через маленький проем среди оставшихся камней. Неужели кто-то умудрился пробраться внутрь и вызвать второй обвал? Я не собираюсь пытаться сдвинуть камни в сторону самостоятельно. Я что, слышу птицу? Я сижу тут уже некоторое время, просто слушаю птицу. Не знаю, мне кажется, она звучит грустно. Боже, это заставляет меня чувствовать себя немного пустым.
если можно так выразиться. Твою дивизию, этот звук не соответствовал форме, если это то, чем он был. Я не знаю, что это было. Этот огонек светил слишком ярко мне в лицо, и из-за этого я ничего не видел. Я мог разглядеть форму человека. Хорошо, что вход был еще заблокирован. 27 мая 87-го. Сложно вспомнить все, что произошло в тот момент. Мой мозг пытался спасти мою шкуру. Я помню ту птицу, но никакого другого звука. Я уверен, было что-то еще. Я пытался рассказать, что я там наблюдал, но я понятия не имел, с чего начать. Ты уверен, что там не опасно? Это было все, что я мог сказать дяде. «Что, если там что-то есть?» – продолжил я. Он сказал, что будет рад, если что-то найдет. Возможно, следы истории и артефакты, которые могут рассказать нам больше. Мне было проще описать ситуацию друзьям, но их ответ было сложнее переварить, скажем так. Они сказали, что я должен был идти спать, как они, а не позволять выпивке добраться до моей головы, ну то есть ударить по мозгам, по сути. Ну, это все-таки не я вчера блевал. Я не уверен, что я видел, но та форма и яркий свет точно отпечатываются в моей голове, как остаточный образ. Хорошие новости. Мой товарищ Фил, несмотря на то, что не особо верит в мой рассказ, очень заинтересовался в походе в шахту. И так вышло, что у него есть видеокамера. Мы подождем, пока уберут все камни у входа. Потом мы проберемся внутрь и посмотрим, что мы сможем найти. Фух. Мы, наверное, играем как раз-таки Филом вот этим, потому что в записке нам сказали «записывай все», имеется в виду «записывай на видео», видимо. Так, еще почитать можно. Но у нас здесь вырезки из газет, я так понимаю, да? Два тела найдено в подземном туннеле. В пятницу полиция идентифицировала трупы двух мужчин, известных как P. Эверест и H. Эвери, найденных в туннеле в чикагской подземке. Причиной смерти оказалось не что иное, как убийство. Умышленные проколы острым объектом оставили глубокие раны, которые были обнаружены на нескольких частях тела. Например, на головах и верхних частях туловища обоих мужчин. Следователи осматривали область, следуя результатам вскрытия, заявлявшим, что проколы слишком большие, чтобы они были нанесены ножом. Ну, то есть они не могли быть нанесены ножом, они для этого слишком большие. Дальше вторая заметка. Ужас в строящемся туннеле. Нечто шокирующее было обнаружено в эти выходные, когда строители пришли проверить прогресс ремонта в туннеле в Бристоле. А, значит, не в строящемся туннеле, а в туннеле, который ремонтируется. Три мужчины были найдены мертвыми. Два из них, видимо, были жертвами хладнокровного убийства. Есть признаки ужасающей травмы большим предметом, оставившим одновременно следы тупой травмы, ну, то есть тупого удара, как бы следы, и глубоких проколов. Третья жертва, тем не менее, найдена спрятавшейся у выходного люка, примерно так. И таких, в общем, подобных травм у нее не было.
Его осмотр показал, что смерть вызвана тем, что он надышался токсических испарений. Еще не ясно, кто стоит за этими ужасающими событиями и откуда мог взяться смертельный воздух. Третья заметка. Шахта закрыта из-за смертельного газа. Работники южной шахты в Чехословакии все еще не могут продолжить работу. С тех пор, как ядовитый газ начал просачиваться внутрь. Внезапный инцидент забрал жизнь одного шахтера прямо перед срочной эвакуацией. Еще один человек сейчас в реанимации, у него проблемы с дыханием и дрожь. Вдобавок он страдает от эффектов галлюцинаций, так как он ежедневно жалуется, что не может спать. Он говорит, что воспоминания мужчины с деформированным лицом преследуют его, охотясь за его рассудком. Ну, примерно так. Так, и у нас еще осталась видеокассета. 13 июня 1987 года на ней написано. Ага, видик. О, это уже игра, собственно, началась. То есть, а мы что, вот так вот в телевизоре прямо будем играть? Это, конечно, это прикольно сделано. Так, ну здесь перекрыто, это выход, получается, вижу деревья. То есть вход в шахту. Бутылки, это наш дядя здесь у входа в шахту отдыхал так после рабочего дня. Так, мы можем, давайте проверим, мы можем бегать. Можем присесть. В принципе, и все, что мы можем. О, стоп. А мы вот так вот можем приближать камеру еще. Но там темно впереди. У нас фонарика никакого нет, нету. Ну, вроде бы ничего нет. Так, ну, жутко, конечно. Какие-то звуки, как будто сердце бьется, что ли. Не могу поверить, что он уговорил меня сделать это. Да, мы играем за Фила. Он не верит, что его друг его уговорил все-таки пойти в шахту. Я вообще люблю вот такие вот графические эксперименты с визуальным стилем. К примеру, как сейчас пленка, вот все такое вот. Потому что вот как-то более жутко всегда выглядит игра. Когда есть какой-то вот такой антураж, к примеру, записи на пленку. Так, он сказал, что он раскидал светящиеся палочки, но он так их раскидал, вот, что непонятно. То ли он означает, имеет в виду, что идти туда нужно, то ли нужно сюда. А здесь вообще нет лабиринта, я надеюсь. Так, а это тут пик? Или мы там пролезем где-то? Кирка. Фонарь. Нет, фонарь нельзя взять. Мы сюда не пролезем, здесь нет дыры. Мне показалось, я дыхание какое-то слышал. Взять бы эту кирку.
Ага, вон еще светящаяся палочка. Там что такое? Мне кажется, или там тени... Это просто игра теней там, да? Ведь ничего не двигается. Это просто игра теней. Мне нравится работа со звуком. Реально такой амбиенс. Мне жутко. Ничего не произошло еще, но мне реально жутко. Я боюсь идти вперед. Меня даже тени пугают, которые там мелькают. Ничего не вижу. Если так приблизит, то все равно ничего не видно. У нас нет режима ночного видения никакого. С этой стороны я не посмотрел. Тут вообще внутрь... А, мы подпрыгнуть не можем никак. Внутрь заглянуть. Тут ничего нету. Ладно, пока что просто идем. Пока что просто идем. Почему обязательно... Что за звук был? Почему обязательно ночью? Почему обязательно ночью нужно идти? Хотя, в принципе, в шахте открытого неба нет. В шахте нет разницы между днем и ночью. Там так тени вдалеке всегда играют. Не знаю, мне смотреть туда вот даже жутко. Или у меня уже паранойя, просто там, не знаю, такое ощущение, что там куча народу уходит просто, там, где чуть-чуть света он есть. Это просто мелькают тени, просто мелькают тени. Так, здесь налево. Что, это рюкзак? Кто оставит свой рюкзак позади здесь? Ну, то есть, почему его не взяли с собой туда, имеется в виду? А там что? Там Слушайте, там кто-то стоит. Черт. Я не успел посмотреть. Но я видел, там кто-то стоит и с фонариком. Ну-ка, налобный фонарик. Черт, где же наш друг? Куда он там уже утопать успел? Почему он нас не дождался? Черт, а с два бы я согласился на такое. Идти вот так вот в темную шахту, вот так вот в одиночку. Еще с такими звуками. Меня туда даже булками с лимонадом не заманили бы. Что? Тихо. Черт, я боюсь всего уже. Так, а это мы выходим туда, где мы видели свет, получается, да? Где мы видели, как кто-то стоял, мы обвал обошли. Ведь так? Стоп, нет. Или там где-то обвал все-таки дальше. Так, главное здесь еще не заблудиться.
Ну хотя вроде лабиринта здесь нет пока что. Более так все линейно как-то. Тупики перекрыты. Так, туда, значит, направо, да? Здесь у нас тупик. Ну, раз направо, мы пойдем налево. Но, судя по всему, здесь я дальше не могу пройти. Само собой. А здесь тоже тупик. Что? Подожди-ка, это что? Это что, наш друг, что ли? Который нас должен был ждать. Точнее, его труп. Я могу посмотреть там фотографию. Это та фотография, что на столе лежала? О, God, I should... О боже, мне нужно... Мне нужно выбираться отсюда. Я понял. Взять мы фотоаппарат его не можем. Хотя зачем нам фотоаппарат, у нас видеокамера есть. Выбираемся отсюда. Что за странные звуки? Тут воздух. Тяжело дышать. Ничего не вижу. Черт! Черт, где он? Где ты? Клетка головы, черт, беги! Мы не можем бежать особо, так мы еле-еле двигаемся. Черт! Лишь бы мы еще только не устали. Вот это мы бежим. Да беги быстрее. Он же прямо за нами. Я надеюсь, он не может телепортироваться. Надеюсь, он перед нами сейчас не появится где-то. Так, но пока что я слышу, он идет за нами. Так, стоп. Главное здесь теперь в тупик просто не забежать. Если мы сейчас забежим в тупик, то все, хана. Нужно сейчас четко успеть заметить, где... Твою ж дивизию! Он телепортировался, я как чувствовал. Потому что было бы слишком просто. У меня слишком легко получалось от него убежать. Так, нужно, чтобы он слева пошел сейчас, вот. А я сюда. Так, пока я слышу его сзади, это хорошо. Главное, чтобы он был сзади. Только не задыхайся. Не уставай. Главное, чтобы ты не устал. Главное, теперь в тупик не забежать. А по-моему, это уже выход, если не ошибаюсь, вон там. Что-то нас шатает уже, смотрите. Это что, это... Еще сейчас скажите, что мне выносливости не хватит, я упаду прямо перед выходом. Thank you.
Воу. Все. Стоп, телефон. Эй, you're calling right on time. О, ты звонишь как раз вовремя. Я как раз закончил смотреть пленку. No wonder the guy turned out the way he is now. Perhaps I can. Неудивительно, что парень оказался там, где он сейчас. Может, я смогу взять у него интервью? Looks like I have enough material for В любом случае, у меня достаточно материала для моей новой истории. Возможно, у меня даже есть для нее название. Клетка лиций. Подождите, это было, получается, финал А? Концовка А? А что, есть еще и концовка Б? Если есть концовка А, значит, есть еще и концовка Б. А что нужно? Ну там, в принципе, давайте подумаем. Там, в принципе, сделать вообще нечего. Единственный вариант это чтобы нас убили, что ли? Потому что, ну, там нельзя взять ничего, нельзя ничего использовать, пойти больше некуда. И сейчас у меня получилось убежать. Значит, другой вариант, чтобы не получилось убежать, да? Ну давайте сейчас попробуем концовку Б тоже получить. Почему бы и нет? Просто из любопытства. Мы снова в шахте. Я хочу получить концовку Б. Так, здесь направо нужно. И в этот раз мы поддадимся, чтобы клетка лиций нас убил. А пока мы идем, давайте уже подведем итоги по поводу этой игры. Игра очень коротенькая, и в принципе здесь особо и делать-то ничего не нужно. Большая часть игры, наверное, это как раз-таки чтение и перевод на русский сюжета игры. Значит, играем мы, да, играем мы за Фила, но за столом мы были, получается, в роли журналиста какого-то, которому попали эти материалы, фотография, которая в руках у нашего друга вот была. Мне, в принципе, очень даже нравится. Игра такая очень-очень коротенькая, чуть-чуть буквально развлечься, но при этом она успевает реально напугать. Даже вот сейчас вот просто никто за нами не гонится, но очень жутко. И ладно, допустим, сейчас уже мы здесь второй раз в этой шахте, мы знаем, что пока что за нами никто не погонится. А вот в первый раз, когда мы здесь шли, было прям натурально страшно. Вот эта музыка, вот этот антураж VHS-пленки, я вообще, как я уже сказал, люблю его. Вот видите, всякие звуки такие жуткие. И даже сама вот эта вот система, посмотрите, мы не на весь экран играем, мы как будто смотрим запись на телевизоре. И в этом телевизоре мы уже играем. Да, это тоже очень круто. Кстати, сейчас попробуем здесь кого-то заметить, успеем мы или нет. Вот только я на него навожусь, смотрите, опа, он пропадает. Вот так еще видно его, хотя фонарь он уже выключил свой. Вон он там стоит. Ну а так я только фонарь как раз вижу, вот его огонек. А его самого не вижу. А если как-то... Да нет, отсюда тоже никак не получится. Слишком далеко. Не рассмотрим. Еще в чем преимущество вот такого визуального стиля? В том, что он скрывает любые огрики графики. Тихо. А, кровь, кстати, я здесь шел, даже не заметил, что здесь кровь была. Ну вот, собственно, мы уже и пришли. Можно немножко пробежаться, все равно нам выносливость уже не понадобится. Потому что больше мы убегать не будем, мы встретимся лицом к лицу.
Oh god, I should... I'm getting the hell out of here. Глаза даже открыты еще. Вот у него проколотое ранение. Раз, два, три. Это что, перья? Что это за перышки? Почему здесь перышки? В этот раз мы убегать не будем. А мы его отсюда не увидим? Нет. Там ничего не видно, он нас там ждет. Воздух. Тяжело дышать. Ну что, давай, выходи, я знаю, что ты здесь. Ну? Эй. Вот он идет. Hey, да, концовка Б. Calling right on time. А ты звонишь как раз вовремя. Я как раз закончил смотреть пленку. Он был убит прямо во время записи. Действительно жуткая вещь. В любом случае, у меня достаточно материала для моей новой истории. Возможно, у меня даже есть для нее имя. Клетка Лиции. Уже после записи, ребята, я узнал, что оказывается есть еще и третья концовка. И сейчас мы с вами будем ее получать. Я ее было чуть-чуть не получил случайно, когда убегал в первый раз от клетка Лицева. А дело в том, что суть концовки заключается в том, что нужно задохнуться. То есть, чтобы у нас закончилась выносливость. Сейчас, как вы заметили, вот я бегу, но выносливость вообще не тратится. Она начнет тратиться тогда, когда мы встретимся с товарищем Клетколицем. Вот только как бы так сделать, чтобы выносливость действительно успела закончиться? Потому что там, ну там я чуть-чуть приспускал бег. Может быть не стоило этого, хотя как не стоило, тогда бы я не получил... А, подождите, а если вот так вот... По кругу вот здесь бегать сейчас будем как-то. Ну, давай иди сюда. Будем вот так вот просто бегать. Иди сюда. Черт, он запутался. Уй, на твою ж дивизию. Побежали туда, в общем. Он там опять появится впереди в любом случае. Оттуда мы можем сюда пробежаться, вот так по кругу туда-сюда бегать. Да, нас уже шатать начинает, смотрите, вот.
Тогда я этого и боялся, когда бежал уже практически у выхода и видел, что шатает камеру, прямо уже мы аж задыхаемся. Вот персонаж аж начинает задыхаться, аж слышно это. Ну, почему он не появляется спереди? Ага. Ой, шатает уже, шатает нас прямо. Но все равно выносливость не заканчивается. Он прямо за нами. Ведь помните эту фразу его? Про тяжелый воздух, что дышать здесь очень тяжело. Вот она. Получилось. Ну, телефон. Да, концовка С. Отравлен. Ты звонишь как раз вовремя, я как раз досмотрел пленку. Ох, похоже, что ему конец, он так тяжело дышал. В любом случае, у меня уже достаточно материала для моей истории, возможно, у меня даже есть название. Клетка Лиций. На этом уже точно все. Спасибо вам большое за просмотр, не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в новых замечательных прохождениях. Пока-пока.